Телефон! Телефон. Ну давай сейчас пока. Все, хватит. Так, говори. Вот, 4. Угу. И до Саманова мне муз докинуть. Да, пару мешков. Ага. А мне еще 2,5 я могу принести. Значит, а ползунова знаешь где? Да, конечно. На всякий случай возьми в карман. Так, а у меня, смотрите, какой. Калитка есть, да? Такой есть. Ну-ка, погляди. Он? Он. Вон самый. Вон, шестерка, папа дал. Положи его дальше. А у тебя, Сергей Попков, есть телефон? Нет. На, возьми. Вот, возьми. Дорога может расходиться, где-то встретитесь. Угу. А нет, угу. Значит, зайти в калитку только и около дверей храм. Говори. Да. Да некогда сейчас грузимся здесь, потом. Ну, так. Это Виктор Андреевич, он ему наказывал кого-то, там разберусь. Сергей, ну, возьми парочку могу взять. Ты как только с Сергеем встретишь, договоришься, позвонишь с дорогой. Хорошо. Тогда сразу мне скажи, чтобы Сергей мне позвонил. Вот эти то. Чтобы он сразу отвез. Брат, тогда вот эти забирай. Еще 2 могу взять. Вот, да, вот, бери вот эти. Возьми. Вот. Тоже вот. В город, да? Да, да, да. Да это мешки-то маленькие котелики. У нас отец однорукий. 6 ведер всегда поднимал с конца огорода, на себе носил одной рукой. Ну, на спине, конечно. Все. Все. Спаси Христос, брат. Все. С Богом. Когда там? С Богом. Понедельник. А вы урожай-то убрали, брат, нет? Нет еще. Нет еще, да? Немного, наверное, осталось, да? 10 гектар. 10 гектар. А, ну это. Ну немножко, ну, да. Понятно. Мы хотим сейчас за карендой поехать там. Ну, до занятий. На разъезд. Так у тебя еще много там картошки осталось? Да, это я. 2,5 мешка-то увезу. Ну это уже все. Куда можешь. Так, ну еще, он поехал. Ну поехали на разъезд на велосипеда. Время у нас есть. Поехали. О, Терентий поехал. Что с Богом? Хорошо, Терентий. Терентий, да. Слава тебе, Боже. Телефон! Говори! Ну, Терентий выехал в город. Мы послали 4 по 3 ведра мешочки, а 2 по 2 ведра. Ну, узнать, кому в храме там нужно-то. Аня Кузьминишна, да Татьяна знает, где она. Виктор Андреевич мешка 3, который побольше. Ну, а дальше себе возьми, вот оно и кончилось. Кто не ходит там, я хотел его Ольге Соклаковой, она вообще бросила общину. Думал Миша, но Миши-то вообще нету. Ну да, распорядитесь и сразу мне позвоните, что все благополучно. Мы поехали за Карендой, это сейчас он далеко. Проехали мимо, где наш полустанок. И тут 4 березы. Где наша, где наша остановка? Не 4, а 5. Кой открывается. Петра на фазе вверх, мы в прошлый раз брали. Ну все. Я так и думал, ты согласен. Спасибо. Вот они. 4 березки. Давай, Сергей Павлович, потрудись. Ну вот и все. Застрял. Ой. О. Надо знать, где слазить. Где заходить, где? Вот этот. Не там. Мешок. Когда будем выходить, чтобы знать где. Я везде бросаю. Ну, дальше пойдем. Тут уже рядом. А вон ее видно. Красные листочки коренды. Ягода. Ну, велосипеда оставили на той стороне, спрятали в яму. Около березок яма большая. Около березок яма большая. Ну да. Высокая тут
Сейчас вот сухая становится. А вот дичка растет, яблочки. Когда поезд пойдет, надо будет съесть. О, родили никакой. Палки, боже мой. Посмотри еще, усыпано буквально. Ну. А это сегодня, это уже у нас 22 сентября, день рождения отца Иоакима. Вчера рождение Богородицы было, Иоаким и Иоанн, память. А родители Богородицы, Пресная Дева Мария. Ну что, начинать надо? Брать. Ух ты! Саша у меня в колючке. Начинаем брать. Даже сами жестко. О, видел. А шпала? Шпала лежит. Ну давай, пройдемся. Виктор Николаевич там увидит. Я Анна увидит, она тут была. А я сомневался, что она есть еще. Хорошо, что ты не очень сомневался. Всякая ягода уже прихватила свою. А корень, да, до самых холодов. И начинается рано. Это смородина. Скрещенная в институте Лисовенко, наверное, это. Аграрный университет. И его сажают как лесозащитные полуполосы. С крыжовником смешано. С крыжовником. Да. Смородина. Главное, там колючая, а здесь не колючая. Смородина кислая, это сладковатая. Ну вот и все. Давай. Вот так вот. Слава Богу за все. Здравствуйте.